Энтузиасты построили и повалили самую большую стену из домино. Команда энтузиастов из австрийского города Тульн установила сразу 3 мировых рекорда. В цепной реакции построив и повалив в самую большую в мире конструкцию из костяшек домино. 22 члена группы трое суток без сна и отдыха выстраивали гигантскую по сложности и площади конструкцию из десяток тысяч костяшек. Одна только стена рекордсмен, вытянувшаяся на 40 метров, состояла из чуть более 42 тысяч элементов. Помимо костяшек в конструкции использовались боксы из-под компакт-дисков, книги, пластмассовые стаканы и специальные палочки, которые в определенный момент взорвались салютом. Домино-шоу началось с классического обваливания костяшек, выстроенных одна за другой в витиеватые линии. Всего на этом этапе цепная реакция охватила 10266 элементов. Эффект домино продолжался до тех пор, пока цепная реакция не добралась до бомбочки, построенных из плоских палочек и сплетенных воедино под напряжением. Когда крайняя костяшка коснулась ее, палочки взорвались, вызвав бурные аплодисменты публики. Бомбочка остановила волну на 2 минуты, но затем она продолжилась без какого-либо постороннего вмешательства, постепенно добираясь до главного элемента стены. Рассыпалась стена быстро, после чего импульс передался следующим конструкциям, гигантским панно с логотипами. Под конец, эффектно пробежавшись по хитрому узору, волна обрушила небольшую пирамиду из стаканов, и шоу закончилось. По словам участников установления новых рекордов, они приурочили к 7-летию совместной работы своей команды. На сегодня все. Спасибо за просмотр. В предыдущем видео я рассказывал о 7 автомобилях, которые были в почете у бандитов. Ссылочку оставлю в описании. Не забывайте ставить лайки. Всем удачи и пока.